Мне было года 2 или 3, а я родился, вырос в Царском селе. И вот однажды, в какое-то воскресенье, воскресный день, было очень много народу в парке, меня повели, или там на руках понесли, в общем, я помню, повели на это гуляние. И помню удивительную вещь. Стоял человек чуть-чуть на возвышении, прямо в парке, рядом с девушкой с кувшином, и произносил какие-то слова. И вот эти самые слова, это были стихи Пушкина, артист, который читал стихи Пушкина. Кто был этот артист, что он там читал, что это Пушкин, я, конечно, ничего это не знал, но я был просто потрясен. Вот одно из самых первых, не самое первое, но одно из самых первых таких вообще жизненных впечатлений, это вот эти стихи, которые звучат, не так, как все люди говорят, прозы, а стихи, которые звучат вот в этом парке, в этой зелени, и это было совершенно. И вот таким потрясением вошел в мою жизнь Александр Сергеевич.